Здравствуйте, телеканал ТВК. Вы наша последняя надежда. Вот это наша чудесная мусорка на Королёва 13-14 между домами, которая по всем бумагам СЭС, администрации нашего города соответствует всем нормам и требованиям. Вот такой прекрасный внешний вид. Ну, дворник, если два раза в месяц придет, это очень здорово. То есть баки стоят, как видите, вот ограждение для них специальное, стоят вот так, это поставили работники Ростеха, им, видите ли, удобнее так выбрасывать мусор. На таком расстоянии находится один жилой дом, вот второй жилой дом. То есть люди всем этим дышат, наслаждаются. Мусор у нас вывозят среди ночи, видео у меня тоже для этого есть. Мы очень просим вас, помогите нам решить эту проблему. Мы много лет боремся, пишем бумаги, собираем заявления, но нас везде отпинывают. Перенесите отсюда мусорку, ведь она... даже трава не растет, о чем еще можно говорить. Здесь просто невозможно жить. Это постоянный шум, постоянное амбре. Сейчас лето, такая жара. Тут два дня не вывозили мусор. Вчера с одной ночью приехали. Вот, пожалуйста, вот в таком состоянии это все стоит. Я уже молчу про полчища крыс. Но сейчас время как бы 6 утра, их не видно. Они, видимо, где-то отдыхают. А вечером здесь даже после 7 уже страшно просто пройти. Помогите нам, пожалуйста.